каждого, кто сейчас слышит меня, кто смотрит это видео, совершить молитву вместе со мной. Положите руки на сердце и почувствуйте, как оно бьется, как оно не безразлично к тому, что происходит в мире. Я обращаюсь за помощью к духам-помощникам. Я обращаюсь за помощью духом четырех стихий. Я обращаюсь за помощью к духу Сибири. И я прошу помощи моего учителя, великого шамана Кутайкама. Помоги людям. Я знаю, ты молишься за всю планету, и нет границ, нет разделений. Ты молишься за каждого. Пусть твои молитвы будут услышаны. Разрушение смерти будет остановлено. Настроимся и почувствуем ту боль, которую сейчас переживают люди в Техасе, кто однажды проснулся и потерял все, потерял дом, работу, родных. Пусть сейчас, в этот момент, каждый почувствует нашу любовь и поддержку. Пусть они почувствуют, что они не одни, что мы за них молимся. Господи, помоги нам осознать этот урок. Дай в сердце прощение, смирение, любви и сострадания. Открой глаза для молитвы, глаза сердца, глаза души для молитвы и прощения. Сострадания. Отступи. Мы просим тебя, стихия воды, отступи. Сохрани жизни невиновных людей. Я обращаюсь к великому духу огня. Освещаешь и согреваешь, и в то же время ты можешь разрушать, сжигать дотла. Мы просим тебя, будь милостив, останови пожар, останови агрессию в сердцах, злобу и обиду. Многие люди не могут простить своих родных и близких. Их сердца разъедает претензии, обиды, ненависть. Господи, помоги нам осознать эту боль, этот ужас. Помоги освободить сердца и души от этих злых духов разрушений. Отступись. Дух огня, будь милостив. И я обращаюсь к духу земли. Земля, матушка, ты даешь нам этот кров, ты даешь нам все, что нужно для нас. Для счастья на земле ты создала эту красоту. Мы просим тебя, научи нас любить наш дом, храни
дорожи. И прости нас за то, что мы не ценим, за то, что мы разрушаем там, где мы живем, где мы рожаем наших детей, где мы мечтаем о будущем. Сохрани, убереги каждую душу, каждого человека, всех живых существ, каждое дерево, травинку. Я обращаюсь к духу ветра, воздуха. Помоги им разнести эту молитву, чтобы она коснулась сердца каждого. Пусть сердца людей откроются, пусть глаза души откроются, пусть свет и любовь распространяются по всему миру. Заступись, убереги, сохрани жизнь на этой земле. И увидим, как сейчас молитва наша будет услышана, и отступает вода. И потухают пожары. Светит ясное солнце, и люди благодарят, прощают, помогают друг другу. И на земле царит гармония и мир. Да будет так!